Всем привет, меня зовут Жикевич Алексей, я являюсь основателем NFT Mon Metaverse, и в этом видео я расскажу вам о виртуальном интерактивном пространстве NFT Mon Metaverse. Это является очередным шагом в преддверии альфа-версии самой метавселенной. Итак, что такое виртуальное интерактивное пространство? Это максимально интерактивное пространство, которое позволяет пользователю и предпринимателю максимально эффективно взаимодействовать в рамках виртуальной среды. Вот. А чем это выгодно пользователю и чем это выгодно предпринимателю? Сейчас расскажу по поводу предпринимателей. То есть по последним статистикам посетитель находится в рамках интерактивного пространства в среднем 15 минут. То есть если сравнить просто с обычным сайтом, да, когда пользователь приходит к вам на сайт, то есть обычно посещение составляет там 30 секунд, минута полторы-две. Здесь удержание пользователя намного выше. Следующий момент для предпринимателя – это за 15 минут можно как можно больше рассказать информации о, скажем так, своем товаре, услуге и так далее. Ну, давайте перейдем к одной из локаций, да, к примеру. Это локация фотографа, да, Денис Клименко. И в данном случае Денис, как фотограф, да, рассказывает о примерах своих работ. Вот здесь есть вся информация о нем, о услугах, которые он предоставляет, цены. Можно оставить заявку, можно посмотреть фотографии. В общем, здесь, когда пользователь находится, повторюсь, да, в среднем пользователь проводит 15 минут. Соответственно, если пользователь бы зашел просто на сайт, он, как правило, бы побыл максимум 2 минуты. Вот. Мы можем переместиться в абсолютно другую локацию, бизнес-локацию, и посмотреть, что же происходит там. Это компания Codex, да, которая предоставляет консалтинговые услуги компаниям, да, в том числе большим компаниям, корпорациям. И вот для них была разработана локация, где в рамках двух виртуальных интерактивных пространств показаны абсолютно все их услуги, в том числе можно пообщаться здесь с менеджером, то есть не выходя с этого пространства, можно максимально погрузиться вообще в процессы их работы, узнать подробно информацию. Следующий момент. Можем, давайте на примере еще... бьюти-салон. То есть любая компания, которая предоставляет услуги, может добавиться в виртуальное интерактивное пространство и гораздо эффективнее представлять свой бизнес. Да, если это сравнивать, условно говоря, с Авито, да, либо с аналогичными досками объявлений, да, то здесь взаимодействие происходит намного эффективнее, потому что сама психология человека здесь работает, и когда пользователь взаимодействует с виртуальным интерактивным пространством, буквально там на 3-4 минуте у пользователя возникает ощущение, да, как бы присутствия в рамках этого пространства. Соответственно, в рамках такого механизма можно гораздо проще и эффективнее предоставлять услуги товару. А в чем польза для самого посетителя? Во-первых, сам посетитель может более интересно и более эффективно приобретать товары. Здесь же он может пообщаться с менеджерами, здесь же он может оставить заявку, плюс так как сейчас интерактивное пространство только начало свое развитие, есть огромная возможность сделать так, чтобы, условно говоря, если сравнивать с социальными сетями, вот если просто пользователь, да, размещает информацию о себе в виртуальном интерактивном пространстве, то вероятность получения, скажем так, подписчиков, вот, взаимодействия новых клиентов для пользователя тоже возрастает гораздо сильнее. В общем, как мы называем виртуальное интерактивное пространство, это некие такие муравьиные ходы, да, как вы знаете, что они не линейные, да, постоянно пересекаются, и вот такое же взаимодействие происходит в рамках виртуального интерактивного пространства. То есть, когда пользователь погружается в это пространство, он минимум 3-5 раз взаимодействует с одной и той же компанией. Ну, за счет чего это работает? Во-первых, карта компаний. Следующий момент, есть привязка к геолокации, то есть, условно говоря, если вы кафе, к примеру, и я сейчас нахожусь рядом с вами, то я прямо здесь могу вас увидеть на реальной карте. Вот эта карта, где
обозначены все виртуальные объекты. Вот, снизу плашечка, да, здесь мы можем увидеть все локации, которые тоже находятся поблизости. Вот, и плюс здесь тоже есть список тех компаний, которые расположены недалеко. Вот, поэтому виртуальное интерактивное пространство более эффективно позволяет взаимодействовать с пользователем, причем взаимодействие двухстороннее. То есть не только компания получает выгоду, но и сам пользователь получает выгоду за счет того, что механизм вовлечения работает более эффективно, чем это просто в социальных сетях и так далее. Поэтому если вы хотите строить бизнес, если у вас есть бизнес, пожалуйста, размещайтесь. Под этим видео будет ссылка на, в принципе, интерактивное виртуальное пространство, а также контакты, куда вы можете написать, и ссылка в том числе на презентацию. Вот, обращайтесь, мы сделаем вам лучшую локацию, причем это стоит достаточно недорого, то есть как по сути лендинг обычный, но работает гораздо эффективнее.